Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня нахожусь в морском порту города Валенсии. Я не случайно выбрал это место, потому что здесь очень хорошо просматривается сам пляж города Валенсии, маленькие рестораны и небольшие отели, где любят селиться наши соотечественники. И наши соотечественники видят морской порт города, и у них возникает очень справедливый вопрос. А чистая ли морская вода в акватории города Валенсии? И я сегодня хочу показать вам, насколько чиста вода в городе Валенсии. Это заправочная станция порта. С экологической точки зрения, это самое конфликтное место. Давайте, друзья, сейчас подойдем к этой заправке и посмотрим, насколько это место конфликтно. Я подошел к заправочной станции, и давайте сейчас посмотрим, какая здесь вода. Итак, друзья, давайте посмотрим, что мы видим внизу. Итак, мы видим прозрачную воду, и вот на камнях такие наросты. Эти наросты есть не что иное, как морские ежи. А морские ежи — это своеобразный индикатор, который может говорить, чистая вода или нет. Так что делайте соответствующие выводы. Да, друзья, и еще один момент. Я хочу вам сказать, что здесь можно покормить морских рыбок и доставить удовольствие себе и рыбкам, что я сейчас и сделаю. Итак, друзья, я заканчиваю свой репортаж. Приезжайте к нам в Валенсию, отдыхайте, купаться в чистом море. С вами был Константин Тарасов. Большое спасибо за внимание. Всего хорошего!